Вот похоже, похоже практически. Вот. Нет, как-то похоже, но он... Нет, не то, да? Не то. Очень тяжело, надо думать. Может быть, W? Не, W не считается, надо M. Вот первый получилось. Тоже не так, да? Это Т, это сердитая Т такая. Это буква Т. Вот Т. Тяжелая, кстати, задача. Всем домашнее задание. Подумать, как можно. Чего у нас тут домашнее задание? Это на самом деле это интересно. А можно мы уже будем свои буквы делать в прыжке? Подожди, мы еще М не смогли сделать. С, возможно, будет вот так нужно, да. Мы еще букву М не придумали. Мы не можем помочь своим друзьям. А кто на М? Кто на М? А, Маша. Михаил был на М, ушел. Маша на М. Надо, значит, надо помогать. А я вот пока. Где Миша? Тебе-то легко, конечно. Уже вернее, все продумали. У меня даже на вторую букву не получится. И на третью. Вот так. Все остальные похожи. Тяжелые, да? Вот так. Что? Алло. Вот я. Вдвоем хорошо, да? Алло, Денис. Ксения Денисовна, папа тебе отправляет задачу. Слушай внимательно. Лейла. Мне легко. Она вот так сделает просто. Ты скажешь, что ты слушаешь? Ну, да, слушаю. Сейчас всей кучей придем. Здрасте. Все, идете вниз. Да. Просто время, может быть, наверное, тебе тоже домой, да? Детям уже домой пора. Мне сейчас нет, я думаю, что... А сколько времени? Если 21:00, уже пора. Нет, так-то я буду допоздна заниматься. Просто контроль. Давайте, знаете что, пара у нас есть, у нас есть, получается, 4 человека, да? Кто-то из девочек возьмет себе пару Михаила, и мы сейчас устроим турнир «Ладушки». Игра в ладушки. А это... Стойте. Давайте считалочку первую. Встаем в круг. Кто, во-первых, поднимите, пожалуйста, руку, кто умеет играть в ладушки. Кто знает, что такое игра в ладушки. Все умеют. Хорошо. Встаем в круг, давайте считалочку. А можно я считалочку? Только хорошую считалочку, чтобы все могли, да, понимать. Все, встаем в круг, считай, начинай считать. Ехал лунтик. Громче. Ехал лунтик, начал лезть, продавал и 7 орешки. Значит, ты выходишь. Все, вы пара вместе у вас. Так, теперь ты считай. Пара одна, вставайте туда. Можно одна. Я буду? Нет, погоди. Маша, да? Давай считалку. Ты тоже не тебе не знал? Нет. Давай другую считай. Нас трое осталось. Давай. Да. Давай, начинай. Стой. Громче. И надо четко попадать, чтобы все, чтобы красиво. Если ты хочешь побегать с лайком, побегать, там же лучше. Всего доброго.
всем замечательно, прощайся. Пока. Всем пока. Выходи, все, тогда у вас пока. Тогда мы с тобой в паре остаемся. А я как мечталку знаю тоже. Вышел вместе с Тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду биться, а мы тебе водим. Такая тоже, да, интересная? Так, смотрите, одна пара есть, одна пара условная есть. Игра ладушки. Задача, вставайте рядышком. Да, игра ладушки. Задача, смотрите, удар перед собой, правой рукой. Удар перед собой, левой рукой. Удар перед собой двумя руками. Мы попробуем сейчас, да, такой, не по-настоящему попробуйте. Правая перед собой, левая перед собой, два. Правая перед собой. Сначала правая, да, мы же, да, правая, правая. Правая, левая, две. Перед собой правая, перед собой левая, перед собой две. Еще раз, правая, левая. Все, стоп, стоп, стоп. Мы постепенно наращиваем скорость. То есть постепенно надо еще быстрее, 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 быстрее делать. Задача не ударить со всей силы, а как будто бы обжигаясь мы делаем. То есть не надо со всей силы бить, надо прям как будто бы обжигаясь. И постепенно мы начинаем двигаться. Можно двигаться в одну сторону, в другую сторону, присаживаться, подходить подальше или подходить поближе. Еще надо победить. Та пара выиграет. То скорость больше и ни разу не сомнили, или хотя бы сгибаться будет мало раз. Договорились? Готовы? Если готовы, ручку вверх подняли, правую, что ли? Можно сначала как-то медленно? Сначала 100% медленно начнем. 100%. Да. Все, поехали. Перед собой правая, перед собой левая, перед собой две. Правая, левая, две. Чуть-чуть быстрее. У нас может быть даже получится, ну, как будто музыка целая из хлопков. Ускоряемся. Так, они быстрее. Поехали. Полную скорость. Полный, полный вперед. Поехали. Все, еще раз начинайте. Смело начинайте. Быстрее, быстрее. Так, стоп, сбились, да, поменялись парни, просто повернули, нет, вот прям вот так повернулись и все, да, поехали, сейчас просто, как это называется, разыграться. Вот что пришел лучше, чтобы вам одинаковые комплекции это было, так было бы интересно со следующим. Я видел, как его так делать. Да, очень можно, это даже можно, ну, целый такой турнир устроить, такой крутой. Ну, когда взрослые, они посильнее, надо вам только не сбиваться, захочется, допустим, сдаться, сдаваться не надо. То есть надо обязательно быть. Даже если как будто бы ошиблись, вот кто не ошибся, он должен продолжать, она должна продолжать делать. То есть в вашем девичьем случае. Поехали. Две. Правая. Левая. Правая. Левая. И можно ускориться. Оп. Правая. Левая. Две. Давайте подвигаемся вокруг друг друга. Крутиться, крутиться надо, да. Правая, я буду подсказывать, две. Правая, левая, две. Правая, левая, две. В другую сторону крутите. Быстрее, скорость. Две. Правая, левая, две. Правая, левая, две. Стоп, меняемся еще раз парами. Давай, вставай. Смотрите, теперь еще, как бы еще потруднее. Здесь сейчас, скорее всего, вам-то об этом ничего не скажешь, но вот с помощью таких игр создаются новые нейронные связи. То есть спиной мозг усиливается. Ладно, это, ну, можно вообще по-разному. Все от мастерства зависит твоего соперника, напарника. Если она так не умеет, так будет некрасиво. Ты-то умеешь, допустим, а кто-то так не умеет. Поэтому надо тебе поделиться знанием, научить своего напарника или напарницу, подругу, а потом уже вместе красиво делать. Правильно ведь? Да. А когда кто-то умеет, это, а другой не может, так неинтересно. Готовы? Стойте, я не договорил. Так как нам сейчас задачу, ну, затруднить, то мы сейчас начинаем еще приседать. Да, не-не-не, на коленки не встаем, ни в коем случае приседаем, либо так, да. Но вам нельзя сбиваться, можно и так. То есть мы включаем еще теперь и ноги начинают двигаться. Готово? Ручку подняли за тобой. Правую, вверх, правую, правую. Ручку вверх. О, все готовы, да? Поехали. Правая,
не сдались. Поехали быстрее. Давай, давай, не сдались. Сейчас мы выиграем. Оп. Давай, еще быстрее. Это сбилось. Да, ну хорошо. Так. А теперь самое интересное. Во втрое, если, например, еще будет. Да? А ты можешь тоже погулять, побегать, это интересно. Если сейчас вас там будет. Здрасте. Это Маша. А, это собака не бездомная, честно? Нет, Тоня. А, сайт. Она играет. Как всегда, писать. Я вообще думала, что зайти. А зачем пять? Я тоже просто. Тогда давай, на сегодня уже все, мы Владу хорошо сыграли, умницы. Да, тогда давай все отдыхать и уже готовиться к следующему. Успокаиваемся. Да. Договорились? Все, спокойно. Еще можно еще по-другому. То есть можно. Давно придумали, тут уже сотни лет пляж. Только спинку не сгибай, надо ножку выше поднимать. Все правильно делаешь, да, только надо ногу выше поднимать. И какой-то должно быть мелодия, какой-то ритм попробуй сделать. Да. Смотри, допустим, ты делаешь вот так. Как будто топай. Ты делаешь вот так. Попробуй. Ты делаешь вот так, топы, а ты делаешь шаг-то не да. Только надо тебе в ритм попадать в нее. А я сейчас буду делать вот это. Давай. Разные, да. Раньше, например, когда еще не было, может быть, доступность такой музыкальных инструментов. Вот люди так веселились. Все, девчата, доброго вечера. Слушайте родителей, ладно? До свидания. Thank you.
Это вы механик, смешали? Ну, сам тебе, да, он говорил, но ну, это его личный выбор. А вот кто умеет руками крутить, это хорошо, сварщик, ну, учись. У нас так вот ребята, замечал, и это, с нами занимается вместе сварщик, и сидит все семьи, это очень крутые штуки делают. Практику знаешь, да, и будешь подходить. Все знаешь, договорил, делится. Уже сейчас сразу нужно. Потому что пригодится. Вот ты не так, так просто помнишь, что знаешь, говоришь, наоборот, надо. Ты будешь железом и с огнем работать. Это круто. Аргоновый, да, какая сладкая. Уже в этом. Серьезно? А, ты вообще, ты в шоке вообще. Конечно. Что, не излучаешь радость? Что-то надо прям светиться. Вообще непонятно. Первый день радость была. Сколько лет сейчас? 3 года. Все хорошо. Не песни парням говорить. Педагоги нужны, механики. Все нужны. Только здравомыслящие. Все, да, всем Давай стяжку.